Привет. Я продолжаю заниматься, чтобы залезть на праздничный масленичный стол и снять цены приз. Сегодня у нас день ног, подготовка ног, чтобы можно было нормально залезть на стол. В общем, по программе все так же. У нас сегодня будет краткое видео. Приседания обычные, без головы. Приседания с утяжелением. Выпады с утяжелением. Разгибание ног. Ну и приседания, опять-таки, уже без груза. Далее, конечно, еще можно проводить не просто на приседания, но еще икры, чтобы были задействованы. Для этого нам подъем на носки без груза, подъем на носки с грузом. Все в рамках обычной программы. Три подхода по 10 раз. Ну, либо по 12. 10-12. Ничего сложного. Как-то так. Я на него заберусь. Надо музыку всегда подбирать. Музыка решает. Под ней легче заниматься. Фух. После для ног может день сортиры быть, блевать. Главное переходить. Фух, как-то так. Фух. Всем мир. Живите спортом. Делайте так, чтобы вы уничтожали себя, а не жизнь уничтожала вас. И все будет зашибись. Ну и это. Стоп. Жди меня, блин.